про свое утро. Знаешь, девочки ведут блоги. Оно очень... Нет, это не такая жизнь. Оно было бодрым, и только слышно было, как все трое мужчин, все кричали, и только так глаза открываешь, так: «Доброе утро!» Ага. Настя, ты правильно понимаешь, что тебе в 15 лет взрослые мужчины спать не дают? Настя, там пиявки! Я из деревни, ничего не пою. Из, не из деревни, а из рабочего поселка. Ему это в Тирите. В Тирите? Хорош ты, капитан, достался, да? Лоша! Да! Саша! Ты молодец, стоишь по этому самому. Протяни на себя, на себя. Вот это. Вот это мешает. Еще. Хорошо. Мокни, замокни двери. Или что здесь еще тогда надо какие-то тапочки. Все. Теперь давай дальше. Итак, значит, смотри. Возьми весло на уровне груди, на ширине плеч. Держи на уровне груди. Вот так вот постоянно ты его на этой высоте ты его будешь держать. Thank you.
как вы помогаете грузить. Я нет.
Света, ты отыскала баню? И как там? Забыли воду подогреть, да?